Всем привет! Сегодня я решила снять видео, а делаю поделки из Pinterest. В общем, я заказала на Wildberries. Я заказала на Wildberries вот такую коробочку. Все понимают, к чему я клоню. Мы будем делать Altoid Wallet. Как-то так это называется. Вот. Господи, если бы вы просто представляли, как отсюда... как отсюда воняет. Это просто трэш. Потому что я заказала, мне понравился. Я же выбирала не по вкусу, я не буду есть эти леденцы. Я выбирала по внешнему виду. И мне понравилась красная. Вот такая. Но красное — это со вкусом корицы. Ну, все знают запах ароматизированной корицы. Это ужасно. Это просто отвратительно, особенно когда ее много. И вот это тот случай, когда корицы переборщили. И отсюда воняет просто вот ужасно. Я не могу. Вот так вот я обношу, у меня начинает болеть голова. Я не знаю, как я буду делать. Я думаю, что мы сделаем. Главное, красиво. Я распечатала несколько разных штук, которые мне могут понадобиться при украшении. Вот. Также у меня свои какие-то стикеры есть. Кстати, ничего такие, возможно, я их использую. У меня была идея, вырезать вот эту штуку. Вот эту вот. И приклеить ее вот сюда. Но мне почему-то есть ощущение, что оно не поместится. Но я попробую сейчас. У меня никогда, когда я была маленькая, я хотела что-то сделать, у меня никогда не получалось это сделать нормально. Это либо у меня слишком... Я слишком самокритична, либо просто руки из жопы. Я все-таки склоняюсь к тому, что руки из жопы. Господи. Блин, я даже отрезала криво. Ну что это такое? Ладно, ничего, все поправимо. Все равно кривость, это, знаете, сейчас такая эстетика просто. Сделал криво, скажи, что это старая эстетика. Типа, что это что-то потрепанное и старое. Я так и делаю всегда, если что. Ну, кстати, нормально. Типа, я не знаю, просто, может быть, что-то стоит под низ. Потому что, смотрите... Я для... Вы знаете, что в множественном числе дно — это донья? По-моему, донья. То есть я для доньев распечатала. А знаете, что я еще сделала? Я еще нашла девочек, которые, как мне сказать, похожи на меня. Такой мой вайбик. Вот, я их нашла. Хотела сначала делать сама в приложении, в Skies вроде называется, я скачала. А мне там вот такие, я начала пытаться себя сделать, а мне там говорят, причесон платный, трусы платные, кофта платная, носки платные. Я думаю, я вам чё, блин, ещё буду платить. Ну, я в Пинтересте забила, нашла, вот как мне показались похожие. Вот. Вот такие девчульки. Я думаю, типа, приклеить вот сюда ее, если она поместится. Если она поместится. Если она не поместится, я не знаю. Это уже не моя проблема. Блин, а вот это мне как надо вырезать, блин. Вот эти, вот это мне как у нее тут вырезать. Я не пойму, я чё вам? Рукодельница какая-то, что ли? Господи, помоги. Господи, помоги. Боже, я ей череп отрезала. Господи. Она без черепа. Ну ладно, сейчас так носит. Вопрос, как вот это подостраивать. Я так не хочу линейкой мерить. А, я могу обвести, короче. Я придумала. Сейчас мы по донью, по дну. По донью такого нету еще пока что. Еще пока не модно по донью. Ну, кстати,
Ну, кстати, смотрите. И нормально. Ничего. Все, вот такие у нас ноты есть. Вообще без понятия, что за ноты, честно скажу. Вообще не шарю. Смотрите. По-моему, даже ничего. Я думаю, вот так вот, вот это приклеить сюда. Я не уверена, насколько это будет хорошо выглядеть. Мне кажется, даже неплохо. Ну что это такое, блин? Луна огрызок. У меня что-то, короче, отключился этот. Памяти сказал мало. Угу. Вас любилось две сестренки. Какую выберете? Я приклеила. Вот так вот я приклеила сюда. Я думаю сейчас вот здесь вот from написать from moon. Потому что, ну, чё бы не... Почему бы и не moon? Кстати, вообще очень даже неплохо. Вот так вот. Господи, что это? Часть декора. И опять-таки две девочки есть. Вот это в целом, ну, не очень смотрится. Вот это, она более загадочная такая, знаете, более подходит для мун. Ну, смотрите, ну, загадочно же. Очень, мне кажется, загадочно. Белая, конечно, хрень не очень, но, по-моему, прям даже ничего. Смотрите, мне кажется, даже ничего. Вот так вот. По-моему, даже очень даже. Надо что-то написать такое, знаете, типа, тоже загадочное что-то надо написать, чтобы это было прям вот такое. Надо посмотреть, может, какие-то понтовые в Пинтересте, или что-то от себя, от души написать, типа, из счастливого будущего. Следуй за мечтой. Так, нам нужно что-то сделать снизу. Я сейчас в Пинтересте посмотрю, как люди там делают. Вот. И сейчас мы решим, нам стоит так делать, или мы не как все. Или мы не такие, как все. Не такую все. Ну да, в основном я смотрю, все сверху клеют. А снизу пусто. Потому что я понимаю, какой типа смысл клеить снизу, если ты все завалишь, короче, снизу. Например, вот этим. Господи, у меня есть собака, да? Я думаю, это видно. Я думаю, это видно в целом, что у меня есть собака. И вот что она любит делать с моими вещами. Это довольно, это достаточно эстетично выглядит. Во! Я что приклеила? Я приклеила вот такое... Я с этого письма сняла вот такую штуку. Приклеила, вроде норм выглядит. Ну, знаете, ну для душевности. Ну, хоть что-то, чтобы было. Короче, мне вот очень нравится вот эта девочка. Я думаю, возможно, может быть, ее приклеить просто вот сюда, в уголочек внизу. Вот так вот, чтобы у меня было две девочки. Вот так. Вот такие пироги. Все. Я сделала это. Господи, ура. Ну, посмотрите, это же правда очень классненько. Вот здесь вот статус Аляски. Луна, что-то типа меня. Вот. Это бальзамчик. Конфеты, наушники. Звездочка. Вот. Вот такая коробочка. Очень классно, мне кажется. В общем, прошло, наверное, уже сколько? 2 недели, как я сняла. Нет, наверное, неделя, как я сняла, как я делаю этот кошелек, этот валет. И я просто забила. Но мне пришла вот такая штучка. Это фигурка. Ты собираешь из деталек. И можешь куда-то поставить ее вот сюда. Я куда-нибудь ее поставлю.
Вот такой вот у нас тут инструкция. Это вам, конечно, не Лего, здесь ничего не понятно. Ну, по крайней мере, мне не очень пока что понятно. В Лего ты там, тебе там пакеты пронумеруют, все пронумеруют. Это, конечно, не то. Это вот китайцы, эти китайцы вот что придумали. Я еле собрала вот эту херь. Вот эту вот пластину. Эту пластинку. Я собирала полчаса. И я, честно, думала, это будет вот... Я думала, я за полчаса все соберу. А не вот это. Еще с моими ногтями оно все вываливается. Это было некомфортно. Вот. Я сделала тело, и я уже доделываю голову. У меня еще уши, и слепить их останется. Вот. Вот такие пироги. Господи, я пока это делала, просто чуть не умерла, потому что у меня, короче, вот эти детальки, их очень сложно... Ну, они маленькие, вот они очень малюсенькие. Во-первых, у меня ногти, и во-вторых, их очень было... Если я делала ошибку в построении, их очень было сложно отцеплять обратно, и у меня просто мозоли, все пальцы в мозолях. Это ужас, это было некомфортно, как бы, yeah. Вот, вот так. У меня такой вайб, посмотрите. Вот, смотрите, я уже собрала голову, тело. И сейчас я буду собирать уши. Вот, мне тут совсем чуть-чуть осталось. Сейчас я наконец-то это доделаю и буду делать еще кое-что одно дальше. Схожу сегодня на Валберес, заберу. Увидите, что это будет. Кое-что интересное. Смотрите, я уже почти доделала уши. Не дай бог, оно упадет, господи! Я это сделала. Я доделала. Вот если кто-то скажет мне, что вот это типа элементарно сделать, пусть он возьмет и сделает, потому что это было сложно. Мне это было сложно. Я обмазывала все пальцы. Мои ногти мне тоже мешали, конечно. Но это тут уже моя проблема. Ну, просто сам факт, что детали супер мелкие. Постоянно я туда, не туда что-то прикрепляла. Оно у меня все отваливалось. Короче, это было сложно. Это было сложно. Господи. Ну, вот такая милота получилась. Что сходил на Валберес и забрала. В общем-то, это румбокс. Да. Следующее, что я буду делать, это румбокс. Знаете, возможно, вы видели вот такие штуки. Типа уголочки есть, есть там домики полноценные. Ты должен их собирать. Вот. У меня осталось сегодня-завтра 2 дня. До школы, и я попробую их собрать. Вот такую штучку мы будем собирать. Такую цветочную оранжерею, не знаю, что это даже все такое. Тут еще такое. Такая вот квартирка, бытовуха такая. Мне вот этот очень нравится с медведем. Вот, и вот такая есть. Вот такую я дарила подруге, вот с таким медведем белым. Вот, ну у нас, собственно... Ну, собственно, вот такая. Внутри тут, короче, инструкция. Вот такая. И вот
какие-то принадлежности. Тут есть даже щипчики, пинцетик. И вот разные деревянные штуки. Бумага какая-то. Короче, сейчас по инструкции будем смотреть и лепить. Смотрите, какие хорошие. Смешные. Блин, они такие приятные. Воняют. Ну, немножко воняют. Но они такие прям приятненькие на ощупь. Смотрите, я собрала вот такую платформу. Ой, ну все. Я вся в клею, короче. Ну, вообще прикольно. Вот пока что так. Фонарь немного криво висит, но я ничего не могу с ним поделать, потому что я его еле приклеила. Ну, такая вот. Grow plants. Такая симпотная. Я собрала тут всякие мелкие штучки по типу вот фонаря. Окно было. Вот да, это прилепила. Тетрадочку какую-то. Вот такую. Совочек. И номер повесил. Вот сейчас я делаю вот этот вот стол. Честно, кстати, я думала, будет более сложно, но... Наверное, вот эта штука мне пока что дается даже полегче, чем Лего. Нормально. Я еще очень боюсь, короче, что у меня закончится клей. Потому что как будто бы его не так много осталось. Ну, посмотрим. В общем-то, вот так у меня дела продвигаются. Я сделала такой вот столик. Такой миленький. Господи, у меня просто все руки в клею. Но это делать увлекательнее, чем вот это. Вот. У меня такой вот тут эстетика коттедж-кор. Короче, эстетика хаоса. Вот. Но это выглядит уже довольно мило, мне нравится на самом деле. Хотя у меня довольно неаккуратно все сделано. Ну, по моему мнению. Но в целом... Ну, то есть я это делала не супер прям, как на картинках. Но выглядит это классно, мне нравится прям. Очень так миленько. В общем-то, я сделала несколько мелких деталей. То есть я сделала вот такую. Какие-то листки в вазе. Не знаю, куда их. Полку склеила. Вот, я сделала также вот такой вот стульчик. У меня немного кривой получился. Такой. Но неплохо вроде. В общем, я сейчас... Вот веточки торчат, я их сейчас обсыпала какой-то штучкой. Вот, и потом они будут выглядеть вот так вот. Вот такой вот. Вот я уже тут что-то прикрепила. Мне прикалывает, как выглядит клей, потому что, ну, вот эти все нитки — это клей. Не знаю, он почему-то вот такими штучками сделался. И он выглядит так прикольно, знаете, как будто бы паутинка какая-то на этих штучках. Вот, даже правдоподобно, типа... В такой комнате вполне возможно будет паутина. Вот, я уже приклеила стол, полку. Вот эту штуку, блин. Она не очень вообще получилась, честно говоря. Ну да ладно, вот табуреточку приклеила. Вот, сейчас я делаю ведро. И в целом готово будет. Блин, мне прям нравится. Очень прикольно получилось, мне кажется. Вот такое ведерко. В общем-то, внимание, я это сделала, да, вот такая комната у меня получилась. Я вам потом еще сниму ее. Мне не нравится зад немножко, потому что дерево растет буквально из ниоткуда, но... Знаете, это не важно, мы же смотрим не назад, а наперед. Так что вот такая у нас получилась. Это типа, мне кажется, что типа сакуры какой-то, не знаю, ну или просто какое-то цветущее дерево. Вот. И тут у меня вот, это самое, наверное, стрёмное из всего, что есть в этом домике. А все остальное очень довольно миленько. Тут у меня букетик лежит. И типа буквально все я делала сама. Ну, логично, что... Я не делала сама сапожки или какие-то такие заготовки, но в целом, типа, все полки, столы, даже вот это вот я делала сам букет.
Мне очень нравится. Мне кажется, очень мило. Я не знаю, куда этот знак девать. Я решила, я его повешу, типа, на обратную сторону. Потому что там у меня стоит табуретка. Хотя на картинке он по-другому висит, но неважно. Такое видео у меня получилось. Кто досмотрел до конца, большое спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на меня, если я вам понравилась. Пишите комментарии, господи. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне же интересно услышать вас, ваше мнение. Подписывайтесь. У меня еще есть телеграм-канал. Я его пока что не прям активно веду, потому что у меня там не так много подписчиков. Вот. Но только у меня там будет нормально людей, которые будут меня смотреть и активничать. Сразу жестко заведу его, буду кружочки вам снимать. Вот. Всех с Новым годом, он уже наступившим. Всем пока.